Привіт, друзі! Телеканал «Миколаїв» представляє програму «Стоп-кадр» в студії Аніта Рашевська. Як оточуюче середовище впливає на формування особистості, ми з вами дізнаємось в нашій сьогоднішній програмі. У мене було два вибори. Я от не жалею, що я пішов в пожежну охорону. А от якщо б я пішов в іншу структуру, може бути, я б і жалів. То, куда мы выезжаем на пожары, это совсем не то, что в книжке написано, что нас учат. Это все, можно сказать, другая жизнь. Мы едем спасать людей, которые нас ждут с нетерпением, которые на нас надеются. Надо все быстро, оперативно одеться, доехать и ликвидировать пожар. Сьогодні, друзі, ми познайомимо вас з людиною, яка поєднує в собі різні риси характеру, на перший погляд суперечливі. Але це не заважає нашому герою гідно виконувати свої службові обов'язки і залишатись надійним другом. Друзі мої, я думаю, что вы согласитесь со мной в том, что многие люди нашего общества сегодня страдают различными страхами. Страх одиночества, страх, как прожить, страх, как вообще обрести себя в этом мире. Но, как известно, страх – это оружие сатаны. А сильные люди говорят: «Ничего не бойся». И вы знаете, действительно, бояться-то в принципе и нечего, потому что есть сильные, мужественные люди, которые готовы прийти на помощь в любую минуту. И с одним из них мы вас сейчас познакомим. Пойдемте знакомиться. Спешим, господа, спешим знакомиться с героем. Я думаю, что вы не пожалеете. Как видите, путь герою не близок, но мы имеем терпение, вы тоже, телезрители. Мы практически уже пришли, вот здесь вот наш герой, идемте. Ну вот, господа, устраивайтесь поудобнее, потому что мы и вы вместе с нами уже пришли. И наш герой Сергей Коваленко, командир отделения, старший прапорщик. Сейчас мы с ним и побеседуем, и узнаем, боится ли он чего-нибудь. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое, что вы согласились стать нашим героем. Вы знаете, сегодня многие люди страдают от разных страхов. И мне очень бы хотелось, дорогие телезрители, чтобы сегодня, познакомившись с нашим героем, Сергеем Коваленко, вы от большинства своих страхов избавились. Итак, Сергей, будьте добры. Вот если первый вопрос, ну, чисто вот психологически, почему люди сегодня так многого боятся? Ну, боятся, потому что боятся, во-первых, это за свою жизнь. Каждый человек это, мне кажется, боится. Боится что-то потерять в своей жизни, и поэтому вот и наступает такой у них страх. Вот люди боятся, а вы служите в службе спасения, но вы тоже человек, и вы тоже чего-то боитесь. Если можно, по секрету, а вы чего боитесь? Или не боитесь вообще ничего? Ну, как бы вам сказать, можно всего бояться, даже того, каждого выезда можно его бояться. Но как-то этого страха его нету. Ты едешь, потому что ты должен помочь людям, которые требуют помощи. Там то ли взрослый, то ли ребенок от этого не меняет ничего. Мы едем спасать людей, которые нас ждут с нетерпением, которые на нас надеются. Сергей, вы в службе спасения уже 17 лет. И, конечно, за 17 лет много чего было, много чего повидали. С одной стороны, это мало, с другой стороны, это достаточный срок, чтобы уже сделать самый главный вывод. Вот какой вывод за 17 лет вы сделали из своей службы спасения? Ну, вывод, это, который вот я работаю, это да, спасение людей, помогать им. Вывод – это… Ну, в общем, это, ну… Вот просто вы сами сказали, помогать людям. Людям, да.
Ну, основное, то есть, а то уже, которое там пойдет дальше, там, допустим, оно там идет само собой, или это спасение, или это еще что-то другое. Это, ну, не только зависит, что именно людей спасать там, ну, это в первую очередь. Да, либо чем. Ну, мы и даже вплоть до того, что там и кошек с дерева снимали. Ну. Сергей, вы работаете в службе спасения, и вы командир отделения, то есть вы руководитель, и вы должны быть и психологом, и должны обладать умением мгновенно принимать правильное решение, потому что если приняли неправильное решение, то все это может все развалиться. А вот будьте добры. В принципе, служба спасения, она предполагает каких людей, мягких или жестких? Вы понимаете, тут тонкая грань. С одной стороны, вы должны быть жесткими, потому что жесткая работа, а с другой стороны, спасайте людей, должны быть мягкими. Ну да, так как вы сказали, мягкими, мы должны и как бы в стрессовой ситуации, там, которые люди вошли в стресс, с ними как-то мягко поговорить, подойти к ним. Их успокоит и ребенка, и взрослого, и стариков. А жестким это в такой степени, чтобы четко давать команды, которые мы приезжаем на пожар, то ли это водителю давать четкие команды, то ли пожарному, чтобы это было, ну, все четко и без всякого, как вы говорите, мягкого. Там такого мягкого нету. Это уже потом мягкое, когда... Вот, знаете, общаясь с вашими коллегами, они говорят, что вот наш командир отделения – это человек, который умеет принять единственное правильное решение в данной ситуации. Этому вас учили или это уже есть ваше естество? Вы знаете, то, что можно сказать, то учат, да, нас там учат, но то, куда мы выезжаем на пожары, это совсем не то, что в книжке написано, что нас учат. Это все, можно сказать, другая жизнь. На пожаре это совсем все другое. То ли это авария, обвал, это все по-другому. И надо действительно очень быстро решать правильное решение, направление, чтобы не было потом трагических последствий. Вот из 17 лет службы, вашей службы, в службе спасения, вы здесь, в Николаеве, сравнительно недавно, да? А раньше вы служили в Кировограде. А если еще чуть-чуть откатить пленку вашей жизни назад, почему вы выбрали этот путь, путь спасателя? Ну, дело в том, что у меня родственники были, но они в другом направлении были, но тоже помогали людям, как бы... защищали людей, но вот меня вот как бы, можно сказать, направили тоже как бы на защиту людей, дали совет такой. Я этим горжусь, что меня направили в это русло, и теперь я помогаю людям, и я этим горжусь. А скажите, пожалуйста, вот по-честному, за 17 лет ни разу не пожалели, что пошли в службу спасения? Вы знаете, нет. Я жалею, у меня было, когда я и шел в пожарную охрану, у меня было два выбора. Я вот не жалею, что я пошел в пожарную охрану. А вот если бы я пошел в другую структуру, может быть, я бы и жалел. А вот то, что я пошел сюда, я этим даже ни на минуту не жалею. А вот пожарная охрана, это же постоянное напряжение. Это когда ты едешь, ты не всегда знаешь, чем ты столкнешься, как вы говорили. Это боль, это кровь, это трагедия, это смерть. Бывает и так. И все это нужно пропускать через себя. Да, это дело в том, что когда молодым еще приходишь, это очень тяжело. А вот уже вот, когда это уже проработал, с этим сталкивался, то это... Это ты боль чувствуешь, что это, ну, это там какая-то боль, смерть или еще что-то. И ты с этим уже, ну, как бы смиряешься. Ты понимаешь, что это такое, что уже сталкивался с этим. И это, конечно, тяжело. Но... То есть есть вещи, к которым привыкнуть невозможно. Сколько бы лет ты не проработал? Ну, и, да, к этому именно, что...
с трагичными последствиями, это очень тяжело, какие бы они ни были. А скажите, пожалуйста, ведь разные случаи бывают, и бывают у вас и смешные такие моменты. Вот вы приезжаете, вроде как надо сосредоточиться, ну а ситуация бывает до абсурда смешная. Были у вас такие моменты? Да, было, было. Вы не помните? Не, ну чего не помню, помню. Расскажите. Ну вот мы осенью ездили вот, в теплотрассу, который там обустроился бомж. Когда мы приехали, он начал смеяться, приехала и полиция, и он говорит: парни, не заливайте мою квартиру, не заливайте мою квартиру. А мы с него спрашивали, что ты, почему ты строил там пожар. Говорит, я поставил свечи и ждал там свою даму. У него ужин при свечах. Ну, конечно, всем было смешно, но он жив, все с ним нормально, но, тем не менее, это было как-то... То есть, Сергей, вы спугнули даму бомжа? Нет, ее еще не было, она не успела прийти. А квартиру его вы не залили? Там немножко было, мы так ее только водой прилили, там чуть-чуть, но не залили. Ну, антураж, в принципе, не испортили, да? Ну, можно сказать, нет. Сергей, скажите, пожалуйста, с 2013 года вы уже здесь обосновались в Николаеве, приехали из Кировограда, из Кировоградской области, и сразу приняли командование отделением. Вас как здесь коллектив принял? Потому что, знаете, как вот каждый коллектив – это такой особенный организм, и вот приходит новый человек. Да, я вас понял. Дело в том, что я тоже думал, что я как приду как новый человек, ну, мало ли, что может быть, меня не так поймут или... Ну, довольно меня тепло встретили в коллектив, мне помогли те люди, которые уже здесь проработали, они мне помогли, кое-что там подсказали, где помогли, то есть очень дружно меня встретили, и я этому рад. А вы знаете, друзья мои, дело в том, что Сергей, он не только... работает уже в новом, но уже старом коллективе. Он еще и ездит на новой машине. И с его позволения я хочу предложить вам посмотреть эту новую машину. Мы можем это сделать? Да, конечно. Спустимся в гараж и, пожалуйста. И посмотрим новую машину нашего героя. Это новая машина, на которой вы ездите, да, Сергей? Да, мы получили буквально на днях недавно новый автомобиль МАН, который вооружен побольше в нем воды, ПТВ разнообразного. И он намного быстрее, мы на нем будем добираться к месту вызова. Ну, а что нам стоять, да, телезрители? Давайте присядем, Сергей, как вы полагаете? Может быть, нам присесть? О, благодарю вас. Вот так вот присядем, а то, знаете как, в ногах правды нет. Сергей, и так тут вот удобненько так сидеть, кучу всяких веревочек, ящичков, мне незнакомых, но таких родных для Сергея, да? Ну да, это все родное, все знакомое, каждое дежурство, его все в руках держишь. Это все родное. Сергей, такая большая машина, такая мощная машина. И, конечно, в ней должны ездить мужественные люди. Вы являетесь командиром отделения. Будьте добры, несколько слов о тех людях, которые находятся рядом с вами, плечом к плечу, несут службу. Те люди, с которыми я работаю, я на них могу 100% положиться, на водителя, который, я уверен, что довезет в целости и сохранности нас до места вызова. Своих пожарных, которые знают свою работу на все 100%, что даже бывает, что такое, что не успеваешь дать команду,
на пожаре, потому что бывают разные ситуации. Они уже знают свою работу. Я в этом в них уверенный, в своей команде, в своем дежурном карауле. Это очень важно, когда человек уверен в том, кто находится рядом с ним. А вы, как командир, еще в два раза должны быть более уверенным в своих подчиненных. Ведь разное бывает. Бывает, когда вас вообще за время вашей службы, и тем более за время того, как вы являетесь командиром отделения, бывали такие моменты, когда не слушали? Нет, такого нет, потому что мы все люди военные, все, у нас дисциплина, то есть такого как бы и нет у нас. Что не слушать. Есть команды, есть наказы, распоряжения, их все выполняют в полном объеме. Вот видите, господа, чем отличаются люди военные от простых спасателей, просто так спасателей, каких сейчас тоже очень много. Они работают обязательно и неукоснительно выполняют свою задачу. И такого просто не может быть, чтобы приехали, здесь слишком сложно или слишком мы не будем. Нет, такого никогда не было и не будет, потому что, я же говорю, мы люди военные и нас... Не может быть такого. Сергей, мы сейчас с вами сидим, и мало ли что, может раздастся сигнал тревоги, и нужно очень быстро одеваться, выезжать. За сколько примерно времени должны полностью обмундироваться ваши люди? Автомобиль должен выехать за 45 секунд с пожарной части. Боже, 45 секунд. Подождите, раз, два, три, четыре, пять, это уже, считайте, прошло 45 секунд. Дело в том, что у нас же люди находятся на территории часть вроде небольшая. У нас все, можно сказать, в кучке тут. То есть по сигналу тревогу все бегут, сразу одеваются, водитель заводит автомобиль, начальник караула или командир отделения берет путевку с адресом, куда выезжать, что горит, и мы направляемся. Это все за 45 минут нужно? Секунд. То есть за 45 секунд? Да. А как вы успеваете? Успеваем. Еще раз повторюсь, люди военные, как и должно все быть. А то вы и в жизни так, если что, то вы за 45 секунд и хоп, одеты и уже и готовы. Нет, дома я немножко помедленнее, потому что дома спешить некуда. А тут надо, потому что спешите в первую очередь, опять же, потому что пожар, люди нас ждут, потому что вызывают, и нас люди ждут, которым нужна наша помощь. И мы не можем задерживаться по каким-то либо причинам, потому что надо все быстро, оперативно одеться, доехать и ликвидировать пожар. Знаете, Сергей, каждая профессия, она накладывает отпечаток на человека. И особенно если человек служит уже или работает там определенное количество лет, допустим, те немножко циники, те там еще какие-то. А какой отпечаток накладывает на вас лично, на вашу жизнь, на ваш характер, ваша служба? Это трудно, наверное, ответить на такой вопрос. Даже... То есть вы настолько органично служите, что даже не видите разницы между службой и свободным временем, да? Я в свободное время, у меня там, я как свободное время, есть чем заниматься. Даже в свободное время я как-то и на работе бывает, потому что у нас огнетушители заправляются, испытывается диэлектрика, надо возить, это не на службу, а я приезжаю, там, если это надо, то... даже эти диэлектрические ножницы, перчатки, которые мы работаем на пожаре с электричеством, это, если они где-то будут пробиты, это тоже наше здоровье, чтобы нас электричеством не поразило, током не ударило. Потому что всякое бывает, что левые там проводки и тому подобное. А скажите, пожалуйста, дома вы тоже командуете? Вы командир отделения, командир. И раз на вас никак не отражается, на вашу личную жизнь, ваша служба, значит, вы, в принципе, и по жизни командир? Дома 50 на 50. 50 супруга, 50% я. И там 2% ребенок.
То есть у вас, в принципе, не делите с женой, кто командует, кто главный? Нет, у нас такого нет. У нас есть 50 на 50, то есть мы друг другом не командуем, мы и так понимаем, у нас такого нет. Но семья, в принципе, относится с пониманием к вашей работе? Ведь очень важно, когда еще есть поддержка семьи. Да, это тоже очень играет большую роль, когда тебя поддерживают, когда тебя провожают, когда тебя встречают с работы утром, ждут, когда ждут в этот домашний очаг. Это очень приятно, и оно, можно сказать, так поддает эмоции и всего. Скажите, пожалуйста, Сергей, мы уже поняли, что здесь, конечно, работают сильные, мужественные мужчины. А какие качества эти сильные, мужественные мужчины ценят в женщинах в первую очередь? Вот вы сказали, жена всегда ждет, всегда встретит, всегда проводит. То есть одно из качеств вы уже назвали – это верность. Еще какие, каких женщин любят сильные, мужественные мужчины? Ну вот, которые ждут добрых, семейных, которые и нам, мы так же самое сюда ходим на работу, и нам супруги готовят даже кушать, ну, чтобы мы, потому что мы заступаем тут на сутки. И, то есть доброта, верность, порядочность. Знаете, казалось бы, да, в принципе, сегодня такой жесткий мир, а вот из уст нашего героя звучит доброта, верность, порядочность. Видите, телезрители, эти качества, они вечны, они были, есть и, наверное, будут всегда, да, Сергей? Да, будут всегда людей, которые идут на такую службу, чтобы помогать людям в их беде, горе. Вот вы знаете, телезрители, Сергей вместе со своим отделением, они заступают на службу на сутки. Представляете, целые сутки. И у нас с вами есть время сейчас выехать на вызов, ну и посмотреть все собственными глазами. Ну, во всяком случае, хотя бы попробовать проехать в такой большой машине. Господа, а ехать вас спасать, спасать людей, просто так тоже не получится. Потому что для того, чтобы ехать, нужно обязательно одеть специальную форму. О, Господи, она очень тяжелая. Ну вот мы сейчас будем эту форму должны одеть, потому что так иначе меня с собой и не возьмут. Сергей, если можно, помогите мне, пожалуйста, одеться. Вот смотрите, вот, о, опа, мама дорогая. Вы знаете, я вам хочу сказать, друзья мои, шлем этот очень тяжелый, ну, потому что здесь работают настоящие мужчины. И вот курточку, которую сейчас мы... Это штанишки, да? Ну, можно я уже штанишки? Уже штанишки я как-то в платьице. Ой, сейчас у меня застряла ручка. Это вам не 45 секунд. Еще мы застегиваемся, потому что это все не просто так. Вот. Ну, видите, телезрители, я уже еду вас спасать. Хотите вы этого или не хотите, ну, деваться некуда. Сергей, ну, теперь вы, смотрите, ну, Сергей уже одевается намного быстрее, чем я. И это все мгновенно практически происходит. Вот меня еще пожалели, потому что на меня не одели этот пояс. Шляпочку тоже обязательно, она называется шлем. Поехали. Едем? Поехали. Едем. Наш герой, старший прапорщик, командир відділення 2-ї державної пожежно-рятувальної частини Сергій Коваленко, разом зі своїми товаришами виїхали на завдання. Що буде далі, побачимо. А я, Аня Тарашевська, прощаюсь з вами. На все добре.